Внедорожник EH5 уже несколько месяцев как покинул линейку Havail в России, однако его продажи по-прежнему фиксируются в статистике. Так, в июле компании удалось продать 49 машин, в августе 13, а в сентябре 32. Но самое интересное, на днях на тульском заводе Great Wall заметили машинокомплекты, уходящие, казалось, в историю машины. А прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, ведь новые видео на канале выходит каждый день. На выбор предложены две комплектации. Базовая комфорт доступна только со 150-сильным мотором. Она включает две подушки безопасности, климат-контроль, электростеклоподъемники, кожаный руль, обогрев передних сидений и нижней части лобового стекла, медиасистему с 8-дюймовым экраном, круиз-контроль, задний парктроник и 16-дюймовые легкосплавные диски. В исполнении премиум можно выбрать мощность двигателя, а оснащение дополнено боковыми подушками безопасности, обивкой сидений кожзамом, электроприводом водительского кресла, датчиками света и дождя, камерой заднего вида и 17-дюймовыми дисками. Несущая конструкция — рама под капотом, мотор от Mitsubishi, расположенный продольно. Агрегат 2-литровый с турбонаддувом, он сертифицирован в двух исполнениях. Более мощная версия показывает отдачу в 177 лошадиных сил, при этом тяги у нее столько же. К шестиступенчатой ручной коробке прилагается раздатка BorgWarner. Передняя подвеска независимая торсионная, задняя зависимая пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости имеется и спереди, и сзади. При колесной базе в 2700 мм дорожный просвет машины, по данным китайского фирменного сайта, составляет 225 мм. Несмотря на раму и ручную коробку, конструкция Havail EH5 не предусматривает боксировку прицепа. Цены на машину в июле 2021 года лежали в диапазоне от 1 миллиона 429 тысяч рублей. За максимальную комплектацию нужно было отдать 1 миллион 629 тысяч рублей. Как вам Havail EH5? Взяли бы себе такую проверенную лошадку? Пишите ваше мнение в комментариях, вместе обсудим. А также не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра на канале выйдет новое видео с очередной новинкой. С вами был канал AutoExpert. Всем пока!